вдохнули глубоко, выдохнули. И еще раз вдохнули, выдохнули. Все хорошо. Пройти комплексное обследование рядом с домом для жителей отдаленных сел – не мечта, а давно реальность. Медицинский центр на колесах объезжает десятки деревень и сел в год. На этот раз медики приехали в Лапшаур, Базарно-Сызганского района. Жительница села Валентина Ильичева признается, что регулярно проходит обследование. Последний раз мобильный центр здоровья приезжал летом. В тот раз Валентина Ильичева сделала флюорографию, сдала анализы, получила рекомендации от терапевта. К нам, как жителям села, приезжают всегда врачи. К старухам вызовы приезжают. В мобильном центре здоровья есть все необходимое оборудование для скринингового обследования. Здесь можно измерить давление и спирометрию, проверить зрение и работу сердечно-сосудистой системы. Врачи на месте экспресс-методом определяют общий холестерин и уровень глюкозы в крови. Затем уже по результатам исследования врач центра здоровья делает заключение и выписывает рекомендации. Мы выявляем основные хронические неинфекционные заболевания, факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Это такие, как избыточная масса тела, давление, холестерин повышенный, повышенная глюкоза, повышение внутриглазного давления, рестрикция или обструкция со стороны дыхательной системы. Специалисты напоминают, что своевременное обследование помогает выявить болезнь на ранней стадии. А если момент уже запущен, то найти причину хронических заболеваний. А поэтому жители не упускают возможности проконсультироваться с врачами. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.